Всем привет, друзья! Мы сегодня будем покорять новые вершины поиска. И у нас будет поиск с магнитом. Вот он. Взял у друга попробовать, что с этого выйдет. Сегодня все увидите. Вон семейка земляничку кушает. Мы сейчас подходим к очень древнему разваленному мосту или переправа, которая на картах Шуберта, трехверстовках и австрийских картах есть и указана как переправа почтовой дороги. Впервые хочу попробовать этот вид поиска, что он себя покажет. Если будет результативный, конечно, прикуплю и себе магнит. Буду коломутить водоемы. Пейзаж. Вот начало моста, а вон другая часть моста, вот сюда. Вот так был этот мост. И сегодня здесь мы побросаем. Значимые события. Впервые закину магнит. Тишина. Так что, друзья, то, что говорят, супер находки на магнит. Вот, стою под средневековым мостом. Кажется, должны хоть какие-то железяки, хоть что-нибудь. Ноль. Просто ничего нет. И магнит на разрыв 400 килограмм. Но что-то он хлюпенький, как на 400. В боковину он вообще ничего не цепляет, только плашмя. Фух. Вот. И опять ничего. Просто ничего. Даже ни гвоздя, ни ножика. Ну, атас какой-то. А вот нашел масенький железненький гвоздик, сгнивший, масенький, крохотный, я бы сказал. Видно, вот это моя сегодня находка. Это скрепки я в гараже собрал. Пипец какой-то. Вот вам и магнитный коп. О, или поиск. Какие-то костыли древние, железные, подоставать. Ничего. Это фиаско, братан. Вот. Смотрите. Вот сейчас мы выходим на сам мост. Видите? И идем по нему. Вот тут он заканчивается. Сейчас магистрали международного сообщения и значения. Почтовая большая дорога.
здесь было жестоко убито время. Вот. Вот честно не скажу, почему такой результат. Но сам магнит, разрыв 400 килограмм. Магнит поисковый Red Mag. 400 килограмм разрыв. Но смотрите сами. Вот наконечник Киевской Руси. Я его легенько отрываю без всяких как бы усилий. Да, отсюда более сложно. Вот смотрите, ключ. Возможно, из-за того, что некачественный магнит, потому он ничего с глубины не достает. А что зацепится, оно всякие коряги и облетает. Так что, друзья, может, будете покупать, реально лучше проверьте. Я помню, когда-то неодимовый два магнита сцепил, так всем весом в тисках разрывал. Так что, друзья, не забывайте, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.